Пройти правовой ликбез, рассказать о своих трудностях представителям власти и получить компетентные ответы. В эти дни в окружной столице проходит семинар по правовому информированию и просвещению представителей семейно-родовых общин КМНС. Семинар стартовал сегодня и продлится 2 дня. В рамках семинара семейно-родовых общин перед собравшимися выступают представители органов исполнительной власти округа, налоговой, пенсионного фонда, природоохранных структур. В повестке вопросы землепользования, защиты прав и законных интересов, а также мер социальной поддержки членов общин КМНС. 10 тысяч рублей в месяц. Если пенсионеры или инвалиды воспитывают ребенка, обычного, не обязательно инвалида, просто ребенка, то уже есть выплата 10 тысяч на ребенка. Это касается не именно оленеводов, это всех. Но если оленеводы и чумработницы подходят к таким критериям, то они выплату это имеют право получать. Участие в семинаре принимают руководители и представители семейно-родовых общин. Поэтому актуальны вопросы бухгалтерской отчетности, предпринимательской деятельности и развития этнографического туризма. Немаловажный аспект, который волнует оленеводов – соблюдение требований ветеринарного законодательства. Он связан с тем, что Минсельхозом утвержден новые правила, касающиеся сибирской язвы, предупреждения борьбы, в рамках которого у нас проводится и вакцинация животных, а также и людей определенной категории, например, ветеринар-специалистов, которые занимаются вакцинацией животных, работников ветлаборатории, а также проводится мониторинговые исследования по оценке состояния природных очагов заразных болезней. Семинар семейно-родовых общин проходит в округе ежегодно и позволяет коренным жителям тундры, ведущим традиционный образ жизни, получить ответы на все интересующие вопросы и выступить с инициативой для улучшения жизни тундровиков. Я очень рад, что Всероссийская наша ассоциация коренных молодых народов Севера и Сибири Дальнего Востока Российской Федерации совместно с профильными ведомствами федерального уровня вот удалось оставить вопросы по пенсионному возрасту для коренных молодых народов Севера, ведущий традиционный образ жизни. И те инициативы, те вопросы относительно рыболовства, вот, это на самом деле очень серьезные большие вопросы, вопросы по национальной самоидентификации. Кроме того, в рамках семинара запланирована встреча с депутатами окружного собрания, а завершится мероприятие отчетным концертом народных коллективов Ненецкого округа. Ольга Руссол, Леонид Шишелов, телеканал «Север».